Привет, Тюмень! Если вы нас смотрите, значит, ваши телевизоры настроены на 21-ю кнопку. И каждый будний день в 13 часов мы говорим вам «Добрый день!». Ну, сегодня в студии Татьяна Максимова, Артем Фирсов. Настроение – праздник, настроение – день рождения области. А потому все наши разговоры так или иначе связаны с этим праздником. Мы – жители своего региона. Не терпится начать, и вот о чем пойдет сегодня речь. Берем свое. О товарах и брендах Тюменской области. Люди мира. Зачем нужно знать этнографию региона? Юбилей области. Чем удивят национальные подворья? Какой бренд в Тюменской области самый знаменитый? Вот такой, чтобы из названия было сразу ясно, чей он. Ну, мне кажется, таких немало. Вот аккумуляторы у нас хорошие. Ишимский бальзам. На мой взгляд, лучше рижского. Так мне кажется. Пианино Тюмень, если вспомнить. Ну, сейчас их уже не выпускают, но в советские времена инструмент позволил выучиваться огромному количеству прекрасных детей. Кстати, у меня на даче, Таня, еще есть весы с маркой Тюмень. Точно. Торговые весы Тюмень затмили собой все прочие товары, произведенные на тюменской земле. В советские годы их можно было встретить буквально в каждом магазине страны. А еще они снялись во многих фильмах. «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Операция И» и другие приключения Шурика. Мне кажется, что конкурентов им пока нет. Ну, не факт, хотя попробуем выяснить. О том, что производят сегодня на Тюменской земле, поговорим с вице-президентом торгово-промышленной палаты Тюменской области Еленой Авериной. Елена, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста, к нам на диванчик. Елена, вот скажите, Тюменская область вместе с округами – это почти 4 миллиона человек. И нам всем нужны продукты питания, одежда, различного рода услуги и так далее. Все, что делает нашу жизнь комфортной. Насколько наши тюменские предприятия способны обеспечить нас всем этим? Коротко, да или нет? Способны? Конечно, способны. С 2010 года у нас уже полностью мы обеспечиваем себя хлебными продуктами, мясом, молоком. Угу. Яйца, соответственно, картофель, овощи. То есть мы достаточно активный регион в этом плане и безопасный в продовольственном плане. Это очень радует. А вот у меня такой вопрос. А вот как много компаний, предприятий входит в союз торгово-промышленной палаты? Порядка 300 компаний на сегодняшний день входят в состав членской базы. Это крупные, малые, средние компании. Представляют различные сферы деятельности. Это услуги, это промышленное производство, которое составляет костяк наших членов палаты. Ну и, конечно, все сферы, которые затрагивают торговлю и так далее. То есть все. И крупный, и средний, и малый бизнес абсолютно в этой линейке. Да, совершенно верно. Мы являемся некоммерческой организацией, которая объединяет предпринимателей. И если есть желание развиваться вместе с нами, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы готовы со всеми работать. Елена, а если поделить членов Союза все-таки вот на три сферы? Это продукты питания, промышленные товары, услуги. То каких больше в Союзе? Ну, конечно, основу составляют промышленные предприятия. Промышленные которые... все-таки? Да. Не продукты питания? Нет. Предприятия, которые работают на рынке Тюменской области не первый десяток лет. 27 лет назад была инициатива предпринимательского сообщества, в том числе и руководителей крупных предприятий, чтобы создать объединение торгово-промышленной палаты. И сегодня они с нами, они успешно развиваются, они создают новые продукты, они прославляют Тюменскую область, и, соответственно, мы развиваемся вместе с ними. Услуги финансовые, услуги связаны с клинингом и так далее. То есть все сферы, которые есть у нас, они представлены. Торговля, компании все известные, они находятся в составе членской базы. Вот замечательно. Вы знаете, вот потребитель, как известно, голосует рублем. Наш корреспондент спросил у горожан, какие тюменские товары они покупают чаще. Давайте посмотрим, что у нас в топе. Нижнетавдинская, в общем-то. Покупаем часто, потому что доверяем им Нижний Тавде. Тюменский бройлер. Это курица, да? Боровская фабрика, фонд, хлебовыпечка. Из тюменских продуктов я предпочитаю курицу, яйца. Вот фирму «Рококо» могу отметить. Продукцию «Золотые луга» компании покупаем. ЖК «Фонд», молоко «Исетское». Ситниковское молоко, ну и вся кисломолочка, творог, сметана. Ну, потому что качество нравится. Более натуральное такое. Бенатовскую берем, тюменскую.
В городе Сургуте покупаем вашу курицу. Да? Да, потому что... Почему? Доверяете? Да, потому что вкусная, потому что свежая. Я предпочитаю Тюмень молоко, потому что оно вкусное. Оно подходит идеально для блинчиков и для оладушек. Вот смотрите, да, какая потребительская корзина оказалась, да, у наших потребителей. Все знают продукты питания. Продукты питания, да, там в главную очередь действительно происходит. Лен, у меня вопрос. А по факту, сколько наименований продукции выпускается в Тюмени? Есть какая-то цифра? В области. Она есть, но она аккумулируется по каждому направлению. Например, мы говорим, промышленность – это одна линейка, сельское хозяйство ПК – это другая линейка. Я надеюсь, что сегодня... Очень много номенклатуры мы выпускаем продукции. Это она востребована, потому что если мы выезжаем за пределы региона, мы видим, что часто тюменскую продукцию можно увидеть на полках других магазинов, в других регионах. При этом мы достаточно активно работаем за пределами Тюменской области, вывозим свою продукцию на экспорт. Здесь мы тоже достаточно конкурентоспособны, и, соответственно, наши услуги, наши товары пользуются спросом. Они конкурентны, они востребованы. Это самое главное. Это самое главное, да. Елена, вот уже второй десяток лет для представителей малого и среднего бизнеса у нас проходит такой конкурс «Тюменская марка». И в этом году уже 17-й раз он проходит. Ну и кульминацией конкурса, конечно, становится итоговая выставка. Вот по факту на этой выставке мы можем прийти и увидеть львиную долю всей продукции, которая выпускается в Тюменской области, или все-таки нет? Ну, конкурс городской. И, соответственно, здесь представлены только предприятия, субъекты малого и среднего бизнеса, которые осуществляют свою деятельность в городе Тюмени. Здесь нет крупного бизнеса. Это тоже как бы один момент, потому что многие компании у нас крупные, которые занимаются производством товаров, услуг. С 20 августа по 18 сентября у нас идет прием заявок на участие в конкурсе. Уже вот-вот стартует. Да, совершенно верно. И у нас 26-27 октября в спорткомплексе «Центральный» будут представлены 80 компаний, которые прошли в финал, и будут представлены 7 номинаций по различным сферам и направлениям ведения бизнеса. Основной плюс этого года то, что победитель получает денежные призы в финале и, соответственно, возможность узнать на выставке свой продукт, свою компанию, позиционировать ее достаточно хорошо. Ну и, конечно, это народный выбор, прежде всего, потому что идет интернет-голосование, идет голосование участников на выставке. И, соответственно, в конечном итоге это народная марка. Вот у меня, кстати, вот в этом вопросе, да, такая моя своя точка зрения. Получается, что народное мнение, да, изначально в этом конкурсе было главным. Но есть ведь и профессиональные специалисты. Я так понимаю, что сейчас в этом году именно они будут оценивать качество продукта, а народ уходит уже, так сказать, на то, чтобы головой. Будет кто-то из торгово-промышленной палаты? Да, мы учли мнение предпринимательского сообщества, которые в прошлом году сказали о том, что мы хотим, чтобы нас проэкспертировали непосредственно эксперты, и сказали свое заключение, предложили, возможно, какие-то варианты продвижения продукции, увеличения качества и так далее. Мы в этом году привлекаем специалистов наших комитетов торгово-промышленной палаты, которые созданы и достаточно хорошо, успешно функционируют. Это комитет по налогам, который будет консультировать именно в области налогового законодательства. Юристы будут, арбитражные управляющие, то есть взаимоотношения с должниками, как их урегулировать и так далее. То есть это тоже направление. У нас есть ассоциация экспортеров, которые достаточно активно работают. 11 крупных компаний, которые являются непосредственными экспортерами и могут предложить варианты продвижения продукции. То есть они все будут входить в комиссию? Да, совершенно верно. Плюс, конечно, экспертиза. Это наши эксперты, которые работают уже более... А что будут проверять они? Проверять будут и качество, будут давать какие-то консультации по поводу того, что как улучшить организацию труда, возможно. Возможно, улучшить качество продукции для того, чтобы стать конкурентоспособными. И в конечном итоге потребитель голосует рублем. Это точно. Да. Лена, у меня вопрос. Вот по тюменской марке мы вообще имеем такую возможность понимать некое развитие будущего? Какие бизнес-ниши на сегодня заняты, и туда не имеет смысла приходить человеку, который только-только со своим бизнесом? Или наоборот, понимать, что вот здесь сейчас вот золотая яма, жила, вот прямо туда и туда, по тюменской марке? Да, мы это видим на начальном этапе, когда идет подача заявок. Если брать, смотреть прошлый год, то самыми активными были промышленные предприятия. И мы видели, что 20 компаний активно заявились для участия в конкурсе. И, соответственно, когда выставляется выставка, идет оценка народного голосования,
видно, что часть направлений представлена достаточно широко. И здесь даже идет небольшая конкуренция прямо на самой выставке, потому что многие оказывают услуги непосредственному населению, которое приходит на выставку, например, там парикмахерские услуги и так далее, кто хочет. Массаж у нас активно применялся в прошлом году. Ну, то есть вот есть направления, которые себя позиционируют, и они очень широко раскрыты на рынке. Есть направления, которые единично представлены. И это тоже, так скажем, толчок для дальнейшего развития. Это повод задуматься, да, повод будущим бизнесменам, да. Куда можно приложить свои силы. А Елена, а почему бы не сделать торговую марку, например, региональным конкурсом? Что для этого нужно или чего еще у нас нет для того, чтобы это сделать? Ну вот как раз над этим вопросом мы сейчас работаем, потому что я вам сказала о том, что здесь участвуют субъекты малого и среднего предпринимательства, но не учитывается крупный бизнес и не учитывается вся территория Тюменской области. Сейчас мы как раз вышли с инициативой о том, чтобы рассмотреть возможность проведения регионального конкурса с учетом интереса всех муниципалитетов области, и, соответственно, лучшие предприятия будут уже участвовать непосредственно в выставке. И мы вот эту грань именно участников только города Тюмени, мы ее уберем и сделаем возможность участвовать каждому предпринимателю Тюмени. Это когда может случиться уже? В ближайшее время. Я думаю, что вопрос решается в следующем году. Да, может быть, уже на будущий год. Возможно, этот конкурс станет региональным. В любом случае, это становится бренд города Тюмени, потому что он 17 лет реализуется в городе. Но если это лучшая практика, почему ее не реализовать на область? Ну что ж, давайте вернемся еще к российскому рынку все-таки. Вы вот уже сказали, что наши товары знают, они представлены в других регионах. А насколько хорошо? То есть, насколько хорошо тюменские товары представлены? И где? И какие? Ну, если мы говорим про экспорт, то мы сегодня... Нет, вот в другие регионы России. По Российской Федерации. Но если смотреть бизнес-миссии, которые мы достаточно активно в прошлом году совместно с правительством Тюменской области реализовывали, то во всех субъектах Российской Федерации присутствуют тюменские товары. Особенно, конечно, это УРФО, ближайшие соседи, потому что здесь достаточно активный поток, обмен продуктами питания. А подальше где-нибудь есть мы? Мы есть везде. Правда? Да. И даже в Московской области? А почему нет? Это такой субъект Российской Федерации, как и все остальные. Если там есть спрос на нашу продукцию, мы должны там присутствовать обязательно. Многие и компании... даже дальше, за пределами Москвы. Вы знаете, друзья, завоевывают наши производители и зарубежный рынок. В частности, немцы и китайцы уже полюбили ишимские пряники. А завод Аминосиб, производящий в том числе и глютен, который используют в пищевой промышленности, также расширяет свои границы. Все подробности в нашем сюжете. Завод по глубокой переработке зерна «Аминосиб» за несколько лет уверенно завоевал российский рынок от Дальнего Востока до Северо-Запада. Предприятие реализует аминокислоту лизин, клейковину, спирт и отруби. Большой экспортный потенциал у глютена. На сегодня его покупают страны ближнего зарубежья – Белоруссия и Казахстан. В месяц отгружается около 40 тонн этого продукта. Вскоре объемы увеличатся. В начале лета мы сделали первую поставку контейнера в Турцию. Уже есть обратная связь и повторная заявка. На 2020 год уже сейчас начинается контрактование с европейскими потребителями. Ведем переговоры с Соединенными Штатами Америки. Кондитерская фабрика «Сибирская лукошка» открылась 2 года назад. За это время ее продукция завоевала 5 торговых сетей. 50 тонн стандартного и сувенирного пряника ежемесячно находят своего потребителя. Недавно были поставки в Германию и Данию. Ишимские пряники понравились и китайцам. В сентябре будут заключены контракты. Но есть загвоздка. Мощность предприятия 250 тонн, а Китаю надо в 2 раза больше. Мы уже как раз знаем, что делать, потому что у нас уже сегодня есть опыт существования на рынке, у нас есть опыт выход на зарубежный рынок. Делать это, ну, надеяться на помощь нашей области и развиваться дальше, ставить дополнительные линии, развивать производство, увеличивать производство, тем самым зарабатывать валюту для нашей Родины. Производственникам-экспортерам в регионе оказывают поддержку. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» им компенсируют часть расходов на логистику. Нас это, безусловно, радует, тем более, что мы участвуем в национальном проекте по развитию экспорта сельскохозяйственной продукции. У нас есть конкретные показатели, и мы думаем, что с помощью таких вот инвестиционных проектов мы эти показатели уверенно выполним. Ишимские пищевики будут и дальше завоевывать зарубежный рынок, производя качественный и вкусный продукт.
Смотрите далее. За границей мы поможем. Какие тюменские товары идут на экспорт? Добрый день, Тюмень! В эфире Татьяна Максимова, Артем Фирсов и вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина. Говорим о наших с вами тюменских товарах и услугах. И прямо сейчас к нам присоединяется руководитель Ассоциации экспортеров Тюменской области, бизнесмен Максим Доротов. Максим, приветствую! Здравствуйте! Не холма! А, да, вот очень хорошо, чувствуются китайские корни уже у нас есть, вот так вот, объединяют многих людей. У меня вот такой вопрос. Хочется спросить про экспорт. Сколько сегодня и в каких странах знают тюменских производителей? Ну, давайте так, разные группы товаров, разные страны. Вот, есть нам традиционные, там, мы знаем крупных экспортеров, как тюменский фанерный комбинат. Действительно, такая наша легендарная, скажем... Глыба, да. Вот, благодаря им нас знают стран 45 во всем мире. Да, это действительно хорошо, это интересно. И они молодцы, что эту тему они развивают. Вот, если мы говорим про продукты питания... Вот интересно. Кто наши вкусняшки любит? Не, ну давайте так. Казахстан традиционно. Вот, для меня было открытием. В Ташкент приехали в прошлом году в составе миссии ТПП. Зашли в супермаркет. Простоквашино и утровская продукция. Вот. Правда, они об этом ничего не знают, потому что, видимо, это, скажем, такой завод в Ташкент, ну, условно, через Казахстан, еще какие-то дела, да, то есть, вот. Между тем, я к чему, что мы порой даже до конца не знаем, значит, где наши товары в итоге потребляются, потому что есть такая тема, называется трейдер, да, когда, условно, там, какая-то компания закупила Тюмени и каким-то образом уже вывезла, да? Мы даже и не знаем, что. Да, я был свидетелем случая, когда в Алма-Ате формировался автобус с челноками в сторону Урумчи, это Западный Китай, и даже там я видел тюменскую продукцию. Замечательно. Ну вот, на мой взгляд, стать экспортером и выйти на зарубежный рынок не так просто. Что здесь нужно? Какие ключики есть у наших тюменских бизнесменов? Может быть, это поддержка на региональном уровне или какая-то консультативная работа? Чем вы помогаете? Комбинация всего и вся. Во-первых, правильно вы подчеркнули понимание, что это непросто. Именно поэтому грамотный экспортер, он же действительно как предприниматель или там опытный руководитель, он же пытается скомбинировать все факторы вместе. Это и товар хороший, и команда хорошая, и подключение аутсорсинговых компетенций, ну и, конечно, инструментов поддержки развития экспорта, которые на сегодня, ну, широко представлены на уровне региона и федерации. Ну и плюс, конечно, компетенции торгово-промышленной палаты, как, скажем, такого интегратора всех инициатив, знаний и компетенций в этом вопросе. То есть комплексная? Конечно, только так. У меня вот такой вот вопрос. Ассоциация экспортеров Тюменской области работает уже около года. Больше. Даже побольше. Вот какие результаты уже сегодня можно тогда сказать о них? Ну, если смотреть в параметры, там, условно, объем отгруженной продукции, точнее, экспортной продукции, да, не отгруженной, то увеличились в два раза. Вот. А если говорить по, значит, ну, у нас три направления работы, да, допустим, есть комиссия по тренинговому пространству. Мы в рамках этого с ТГУ, с ТЮМГУ, сделали интересный проект в рамках правовых чтений сибирских. Именно по развитию компетенций в части там, международного арбитража, значит, защиты интересов наших экспортеров в разных ситуациях, значит, на международной рынке и так далее. Вот. Если говорить с точки зрения расшивания узких мест, связанных именно с выводом товара на внешний рынок, валютный контроль, таможенное законодательство. Это все ужасно звучит. Вопросы это налогов. Это ужасно все звучит, страшно. То есть вы помогаете это... Конечно, помогаем. Вы... И вот в этом-то есть суть ассоциации. Елена, согласитесь, что это вот звучит страшно. И не каждый бизнесмен решится, услышав эти слова, выйти. То есть кажется, что это все страшно. Нужно к вам просто прийти и сказать: ребята, хочу на экспорт работать. Вот у меня есть то-то и то-то. А чем вы можете мне помочь? Или как? Или как прийти на образовательный проект к вам, который открылся? Что делать? Есть возможность прийти в торгово-промышленную палату и получить консультацию по тому перечню вопросов, который сейчас вот Максим обозначил. Да, потому что он этот перечень чем дальше озвучивает, тем, мне кажется, грандиознее звучит. Но вот у вас открылся образовательный проект, да? Чему вы будете учить вообще? Кого? Будет какой-то отбор на этот проект? Или любой желающий бизнесмен, который себя в будущем видит экспортером, может прийти к вам поучиться? Российский экспортный центр
мы являемся оператором этого российский проекта. Российский экспортный центр. Да. Угу. Запустили проект, который называется «Экспортер». Угу. Он помогает прежде всего начинающим и действующим предпринимателям воспользоваться всем перечнем тех услуг, которые на сегодняшний день есть. Здесь мы захватываем 11 модулей, которые позволяют вот все вопросы, которые сегодня страшно говорить, понимать, какие инструменты есть, как ими правильно пользоваться, и тогда уже предприниматель определяется, идет он на экспорт или нет. Идет он сам, либо он привлекает какую-то компанию, которая поможет ему разобраться. При этом он должен понимать о том, что экспорт – это, конечно же, риск. Но мы должны рисковать для того, чтобы идти вперед. Ну, во-первых, все-таки любой может прийти предприниматель к вам, да? За ограничений абсолютно никого нет. А почему вот он должен бояться? Вот в чем риск? Риск, что страшно, что не так? Во-первых, это другое государство. Второе, мы всегда знаем, что у каждой нации свой менталитет, и мы опасаемся его. Мы не знаем тех людей, которые находятся на той стороне. Ну, это тоже риск. То есть мы знаем, как принимают наш продукт, допустим, здесь у нас, но мы не можем спрогнозировать, как могут принять. Да, хочу сказать о том, что действительно, вот если мы возьмем Китай и возьмем Россию, это два совершенно разных восприятия одного и того же продукта. Если мы, например, любим покупать килограммами, там самая маленькая упаковка, которую можно взять, прям на ходу съесть и все. Ну, да? То есть, да. Дальше можно говорить о том, что какая должна быть упаковка. Кто-то любит яркую, красочную. Соответственно, кто-то любит, наоборот, все скромное. И поэтому, когда Каждую страну, может быть, надо менять упаковку, да? Конечно, это обязательное условие, и когда предприниматель принимает для себя решение о том, что он будет экспортировать, он должен быть готов, что это какие-то определенные финансовые затраты он понесет в начале пути. Конечно, если у тебя заключен контракт на большую сумму, и ты понимаешь, что гарантированно несколько лет ты обеспечен сбытом, это один вопрос. А если это пробные поставки и так далее, при этом ты еще не знаешь, какая компания у тебя на той стороне будет покупать, это определенный риск. Но риск благородное дело. Это да. Вот у меня к Максиму в этой ситуации вопрос. А были ли, Максим, вот люди, которые реально решились, откроем бизнес свой, да, будем контактировать в экспорте с другими государствами и обожглись? Были такие люди? Конечно, были. На чем? Как поправили ситуацию? Кто-то просто ушел. Кто-то просто решил, что с этим лучше не связываться. Таких случаев очень много на самом деле. И это речь не только про Тюмень идет. Что это высший пилотаж. Я всегда говорю, что экспорт – это бизнес-процесс высшего пилотажа. Вот. Но я считаю, Тюмень в этом плане очень даже достойно смотрится. Есть успешные результаты? Есть, конечно. Ну вот здесь бизнесменов вы сейчас берете, обучаете, рассказываете о рисках, о каких-то плюсах, минусах. А дальше? Что потом? Как-то их потом ведете, курируете, сопровождаете или в свободное плавание? Ну, тут могу сказать, что на базе торговой промышленной палаты выстроена целая такая платформа сопровождения предпринимателей. Есть, допустим, Центр внешнеэкономической деятельности в торговой промышленной палате, который как раз как интегратор всех вот информационных потоков организует бизнес-миссии, делегации, выезды, сращивает интересы, да, скажем, потенциальных покупателей там, здесь, включая инфраструктуру ТПП за рубежом. Вот. А второй этап у нас есть в рамках ТПП комитет по сопровождению внешнеэкономической деятельности, который решает уже более узкие вопросы, связанные с разными там, моментами в импорте и экспорте. А ассоциация уже как такой, скажем, анклав, да, может дать именно, скажем, экспортеру свою деловую репутацию. Что даже на нашем сайте четко сказано, что мы позиционируем Тюменскую область как, условно, область, в которой работают там, предприятия, которые, например, являются лидерами там, мирового рынка вертолетных услуг. Или там предприятия, которые на Каспийском рынке, значит, конкурируют там, с оборудованием шотландских и американских предприятий. Ну и так далее. Соответственно, когда предприниматель выходит на зарубежный рынок, он говорит, есть поддержка ассоциации, а вот ассоциация такая вот серьезная, глобальная, вот давайте работать. Ну и в конце концов, наверное, какие глобальные цели вот у всего этого проекта? Мы хотим, чтобы наши продукции знали за пределами Тюменской области. Раз, мы хотим экспортные контракты большие и долгосрочные. И мы хотим, чтобы наши предприятия, которые много средств и времени, и финансовых возможностей вложили в свое производство, могли реализовать свою качественную продукцию. Да. Ну вот сейчас мне все-таки хочется напоследок коротко еще раз вас спросить, какие товары уже сейчас тюменские знают за рубежом? Вот кроме фанеры. Что-то можете вспомнить? Древесный уголь.
пятишься. Я какую-нибудь думаю, что вкусняшку. Нет, вкусняшку еще не знаю. Продукты питания достаточно хорошо экспортируются, совершенно верно. То есть наверняка знают. Знают. Химическая продукция. А я, кстати, вспомнила, что еще в дореволюционное время масло сливочное из Тобольской губернии поставлялось ко столу английской королевы. То есть знали тогда... Пусть и сейчас знают, верно? Верно. Покажем еще наши продукты. Спасибо большое, что приняли участие сегодня в нашем разговоре, открыли нам глаза, разъяснили ситуацию. И удачи вам. Доброго дня. Спасибо. ТТП, экспорт forever. Ну да, друзья, пусть будут успехи. И, кстати, это еще не все на сегодня. Вот что мы обсудим сразу же после рекламы. Смотрите далее. Особая культура. Как в Тюменской области сохраняют национальные традиции.